Прекрасная рукодельница, я приветствую вас на своем канале и в связи с наступившей осенью предлагаю очередное объемное рельефное вафельное переплетение спицами. Раппорт его составит 3 петли и 4 ряда высоту, пряжа в образце Альпина Марта. Переходим к мастер-классу, все внимание на экран. Первый ряд раппорта, кромочная, затем лицевая петля с дополнительным накидом внутри петли. Далее провязываю 2 петли вместе, лицевой за заднюю стенку, получившуюся возвращаю, завожу за нее спицу, вытягиваю нить и провязываю ее лицевой за заднюю стенку. Повторяю, лицевая петля с дополнительным накидом внутри, далее 2 петли вместе провязываю лицевой, получившуюся возвращаю, завожу за нее спицу, вытягиваю нить и провязываю лицевой за заднюю стенку. Так вяжем первый ряд до конца. Ко второму ряду перехожу. Кромочная. Первая лицевая петля. Затем изнаночная. И следующую петлю перекидываю, раскручиваю накид, не провязываю нить перед работой. Повторяю. Лицевая, изнаночная. Перекидываю петлю, раскручиваю накид, нить перед работой. Это будет второй ряд данного узора. Третий ряд. Кромочная, лицевая за переднюю стенку и далее 2 изнаночные. Лицевая петля за переднюю стенку, изнаночная и еще раз изнаночная петля. Лицевая. Вытянутую петельку мы провязываем, изнаночная и изнаночная. И заключительный четвертый ряд полностью провяжем лицевыми. Друзья, ну еще один узор с эффектом вафельной рельефности, я надеюсь, идет в ваши копилки. Не забывайте, сохраняйте, жду заслуженный лайк и подписку на канал, если это не сложно. А также переходите по ссылке под видео на мой дзен-канал, там накопилось много интересного материала для вязания. Желаю вам всего самого наилучшего и скоро увидимся!